Здравствуйте, Оленька и Александр. Пролетел год вашей супружеской жизни. Вы отметили ситцевую свадьбу, и мы решили сделать вам сюрприз. Помните, при нашем знакомстве для организации церемонии и чтобы узнать вас поближе, я попросила каждого из вас описать своего партнера и кратко рассказать об истории вашего знакомства. Вот и настал момент, когда я могу приоткрыть занавес и подарить вам несколько приятных минут воспоминаний. Уверена, что сегодня вы можете подтвердить каждое сказанное вами слово и, более того, добавить много-много новых важных и нежных слов в адрес друг друга. Мы надеемся, что вы еще не раз вернетесь на родину ваших романтических чувств и приятных переживаний. А мы вас ждем, чтобы отметить с вами очередной юбилей вашей совместной жизни. Приятного просмотра и до новых встреч! Итак, давайте знакомиться. А вот и Александр. Вначале их отношения носили шуточный игривый характер, но уже спустя 4 месяца она настолько потеряла от него голову, настолько была в нем уверена, что улетела с ним в Таиланд. Он человек, со слов Ольги, который лучше всех ее понимает, с которым комфортно, спокойно и всегда интересно. Он опора и ее продолжение. Великолепно ладит с Ольгой, в каком бы настроении она ни была. Именно он пробудил в ней ту женскую половинку, которая обожает ждать любимого с пирогом и вкусным ужином. Они разделяют все хобби, и одно из них – занятие спортом. Кстати, в этом он ее превзошел, у него персональный тренер. Она уверена, что Александр – идеальный для нее тип мужчины. А это наверняка самое главное в отношениях. Оленька, божественная и нежная. Он познакомился с ней, как и знакомятся многие занятые молодые люди, в рабочей обстановке. Она выделялась среди всех. Она просто затмила всех своей активностью и позитивом. Естественно, он не смог устоять против желания познакомиться с ней поближе. Узнавая ее лучше, Александр понимал, что с ней ему легко. Со временем ему становилось трудно переносить расставание даже на короткий период. Она стала для него самой нежной и трогательной. Он умилялся ее сентиментальностью, когда она не могла сдержать слез при просмотре фильма. Позже он стал восхищаться ее хозяйственностью и любовью к порядку. А еще чуть позже он был удивлен, насколько их увлечения совпадали. Она тоже любит путешествия и фотографии. И, как положено настоящей женщине, обожает шопинг. И он будет чрезмерно счастлив, если она станет его женой. Вот так.